мне идея для стартапа. Вы можете озвучить навигатор для России, знаете, то есть такой исторический навигатор, что вы говорите, через 3 года поверните налево. Ну, например, как вариант или какой-нибудь. А дальше я бесконечно буду повторять безнадежным голосом. Вы ушли с маршрута. Ну, сейчас ушли с маршрута, да, получается? Вы совсем ушли с маршрута. А куда повернуть России, чтобы вернуться на дорогу? Главное сначала, если вы ушли с маршрута, съезжайте на обочину, включайте вот это вот, что моргает, и стойте на месте. Не надо вот ехать, продолжать ехать. А чтобы ехать на обочину, нужно, чтобы водитель ушел или как? Я боюсь, что да, с этим водителем только в канаву. А если у этого водителя штурманы такие же, как этот водитель, и также это проблема.